куда я буду шагать, что я буду делать. Может сюда, а может быть я еще пойду, да, может быть вперед пойду или назад. Первое, я перемещаюсь неопределенно. Вот чтобы я, например, не мог сказать, куда я буду двигаться. Не так. Это все понятно, куда я буду двигаться. Да? Неопределенно. Плюс я еще замираю вот этим. И смотрю на его реакцию сразу. Включаемся. Руки у вас здесь. Смотрите. И мы замираем. Да, смотрите, поставилось. Шаги маленькие, по 10 сантиметров. Да. И замираю периодически. Не все время, но иногда. То есть, когда я держу, кстати, со мной движется, раз замер. Он делает два шага, останавливает его время, бью его сразу. Все, достаточно. Не надо ко мне приближаться, не обязательно. Главное, чтобы туда ушел уже. Приблизиться вообще не вопрос. А можешь специально, не, ну как бы, если соперник ждет такого, то ты специально не приближаешь, ты продолжаешь. Ну, допустим, я бью вот это, ты уходишь, да? Я хочу это. А ты не идешь, ты сразу куда выйдет, куда выйдет. Сюда. Туда я ударю, а сюда уже нет. Посмотрите. Вот туда ушел. Смотрите. А теперь туда. Вот сюда, да. Тогда можешь атаковать. Может быть хитрый, может быть не хитрый вообще соперник. Итак, сейчас заходим за спину. Один соперник бьет прямые удары, а вы смотрите, как вы такой, и сразу же, да, потенциально. Зайти, зайти, нет, зайти надо было. Зайти, то есть в сторону немножко вперед. Соперник будет вас пробивать. Посмотрите, соперник будет вас пробивать. Посмотрите внимательно, вот Саша стоит на месте. То есть останется пока останется. То есть я Сашу буду пробивать. То есть сейчас я почти едва доставал. То есть я, чтобы попасть, ну реально. Вот это не надо ничего заходить, смотрите. Заходить надо только здесь. Да. Ну, за спину. Да. Улавливает. Нога пошла, да? Да, смотрите. Саша, не надо подходить, он уже стоит близко. Потому что если я в него попадаю, его шаг в сторону вперед, уже он стоит возле колена моего. Куда еще ближе? Достаточно вполне. Так, вот дело не в скорости, как ты быстро сделаешь. Дело в том, как ты короткими движениями будешь двигаться. Не в том, как я быстро прыгну, да? А дело в том, что я уже понимаю, что у тебя движение, да, попало.